Саня, залезай. Поехали, бля. Сань, ты меня кинул, да, Савой? Сань, Макс, ты меня кинул, получается? Хочешь полетать? Я в разрушителе буду. Чё, блин, мы шмаляем, не? А чё, кто со мной сидит? Артстайл, прыгай. Я буду шмалять. Кстати, там, ну, кто где шарит, и... Да, запрыгивай, запрыгивай. У нас этот, док, Антон, ты где? Залазь. Два мотика. Че, ну без них почистим же, да, Саня? Да. Пойдемте. Короче, я тут вчера, вот когда мы ходили в Ульдеду, блядь, пару приколов обнаружил на этом мультиге. Почему стаки проебываются на машине? Расскажешь? Там, короче, типа... Ну, ты когда чела запуливаешь, нужно, короче, перед этим обязательно выстрелить, и потом он должен залезть. Если он, типа, ну, типа, в момент, когда ты стреляешь, то он, типа, залазит, короче, там так, ну, типа, будто мисс, короче. Там прикол в том, что у тебя механика такая, что когда ты чела запуливаешь, ты не можешь, ну, когда чел залезает, ты не можешь стрелять. И если ну, да, ты да. в этот момент выпустил, то он не долетает. Да, вот да. Типа, вчера так проебался. У нас получается это, когда мы ходили, просто когда человека запуливали, то док с мотоцикла слазил, запрыгивал в этот в разрушителя и сидел вторым номером. Типа, чтобы, блядь, не проебывать ни стаки, ни прочее. Потом обратно перепрыгивал на мотоцикл. То есть он так делал. Можно, конечно, и без этого, но там нужно прям, чтобы идеально все было. А не так, чтобы разрушители перед носом у вас воровали. Давайте. А, собери колчедана. Шеф убить. Сань, ты там какой-нибудь этот игруху не нашел с кооперативом интересную? Последний, плюс-минус свежий. Это что-то в DayZ, мне кажется, надо блядь, слишком много задрать. Заходите ко мне в Смайт, я периодически играю. Смайт это что? Ну это типа как Dota, только нормальное управление, не вот это уебищное сверху, а как в Вове. Я, да. знаешь, там нашел, короче, пацанов, ну, которые играют не в DayZ, а в эту... Rust? Как она, блядь? Rust? Нет, нет. Там типа DayZ, а как-то она там с этим, блядь, как же она Что-то там стендалон, да? Нет, вообще не DayZ. Типа. Где начинаешь, там в зэковской одежде, блядь, скам. Скам. Да. Типа, там тоже были какие-то обновления. А я подумал сначала, что, ну, типа, что-то в этом. Есть игра ВКонтакте, называется типа тюряга. Старая, короче, с переводом гоблина, где ты тоже цеком начинаешь, блядь, а потом у тебя, ну, типа, у тебя вначале заточки, пистолеты, всякая такая херня, а потом в конце у тебя плазмоганы, блядь, всякая херовина. Это уже с инопланетянами ебашиться начинаешь. Что-то там подземелье, истребители подземелья, что-то такое, ну. Санитары. Бля, я помню санитары подземелья, охуенная игра. Вообще офигенная игра. Я две части проходил, понял, вообще. Забег затер эту игру, блин. Она еще сложная, сука, ну типа, ну, не легкая игра. Ну типа поначалу, знаешь, такая как бы лайтовенькая, там тут оттуда. Потом мобиков начинает тебе ебать. Во все щели просто. Как с кучком. Так, окей. Ну, перестань, там нужно дискорд будет настроить, потому что там типа, в гичат писать нельзя, ты так понял. И, короче, надо анонс в гичате передавать, потому что общий чат все видят, типа, и пуги все видят. Видите, дискорд. Еще раз. Да я кинул диск. Там перекинь их в канал. Они уже в этом, в лайде испугали. Так, выходим, да, с инста? Да подожди еще, ну.
Может, пойдем сами к ним? Нахуя, мы там же погибли. Куда кидай-ка? Здорово, мужик. Здорово. Они там, наверное, говорить не могут, это хуй знает, или могут говорить. Ебать, я чуть не уехал. Пизды, да, ебать. Сань, ты запустишь или не запустишь? Да запускай. А, ну, тот Сань, ты. Я запущу, короче. Че, нам ходить? Вы можете либо с мира выйти, либо с инста. Либо из жизни. Только чтобы где никого. На Гавайи откуда, кстати, кто знает? Сахляни, в смысле, от какого города? Харьков. Логаут, логаут, жмите все. Короче, если тебя хоть раз менты в Харькове били, то это Гавай. 99%. Как слышно, нормально? Да, нормально. Че у вас по нравам здесь? Есть ли они? Сферы и эти рецепты. Шаман тогда не идет, минус. Почему? Ну как почему? Все ж мы туда идем только с одной целью. Либо рецепт, либо сферы. Поэтому че, смысл мне тогда там быть? А шмот? Ну, какие да, ну топовый шмот не нужен, я понимаю. Ну нам не все рецепты типа нужны, у нас там гильдии же есть рецепты. Ладно, ладно, давай. В принципе, тоже верно, шмот нужен. Не, он, конечно, еще мы там как бы не жадно. Да, да конечно, не, давай. Разберемся по-любовно. Сыны, вот уроки пикапа от среза. Уломал вообще на изи. Ну. Чего там с манетем? Сейчас мы делаем, запускаем хаймод. Я жду. Там, что это вы делаете? А вот и скажем. Он Тошки спросишь. Да я знаю. Заходи. Да, наверное, уже весь сервер знает, я не знаю. Сейчас. Заходи. Да не, не сервер. Если бы все знали, то уже бы точно закрыли лавочку. Заходить? Можно заходить? Да, да, я же сказал заходить. Паша, тебе где удобнее пойти? Поездишь на мотике? Я только на личность. Я только на мотоциклах езжу. Байкер что? Получается так? Макс, ты где там? Этот парень был из тех. Бля, у меня большую тачку спиздили. Дайте я водил эту большую тачку буду. Макс, это млэвл, ты оденьте сразу. Приз, ну давай я постреляю. На шкаф, бля, тыкните. На шкаф тыкните, шаманы наш шамануть. Давай, давай. Бля. Что-то меня кидает почему-то некую пушку. Шаман а может идти с роллом на Элема? Да. Потому что это кольчуга никому не надо. А там трини как бы туда-сюда? Ну, трини куча. Альнем. Ну, хуй знает, какие там трини. Мне лично плохо. Дайте бафы по нам с ретриком, мы будем шлетать. Артстайл, у тебя рыба есть?
Десятки? Ну ладно, сейчас давайте мы ставим. Нет хоть тут десятки нормальных, три на СПД нет. При сейчас арстал прилетит, паладин бафнет, станет. Вы на починку за это, там второй разрешитель взять на починку? Ну это я буду. Ну каску кулак бафнет. Саня, ты понял, как от луча уезжать, если он в тебя попал? Я, да. А, подожди, стой. Надо мешать метки? Хотя ладно. Да не надо. Рогу везете в звездочку, паладина везете в кружок. Нет, наоборот. Рогу в кружок, паладина в звездочку. На мотиках масло не льете, все работают по цветам. Сбить каст обязательно танк. Это, колчедаун все там позбивать. Не сбивайте пока, перед самым полным подсобьем. Не, ну почему? Масло можно лить прямо в цветок, когда он выходит туда, и там же поджигать. Главное, чтобы тебе под боссом масла не было, потому что там будет. Танки пуляйте. Поехали. Эд стаков они стакают, собираем и запулим по команде. Ну, запулите. На танке босса пулите. Озвучивайте, пожалуйста, когда будете спрыгивать, чтобы ловить вас. Давай, Саня. Собирай, садись. Блин. Блин. Вылетать скоро будем. Через 3, 2, 1. Вылет. Под цветком вот, не я вижу. Вот, я рядом, рядом. Куда? Пала в звездочку. Да в смысле? Сука, как так, блядь? Я проебал. Каст убейте. Отъебите от меня, пожалуйста. Да сука, в смысле? Вы в вагоне едете, куда? Есть ускориться? А меня не туда привезли. Бля, заморозило. Разморозьте, ебать. Каст, каст, бейте, каст, 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 каст. Разморозьте танк по танку, на. Отойдите, вы арстан. Привезли двух челов в один танк. Арстан, надо еще колчедану, давай еще. Поставил, давай. Там же мотики могут танк разморозить. Если заморожу. А лужу, по-моему, пойдете, да? Чувствую. Он не может. Ты, Максим, ты в танке пересаживался или нет? Чтобы собрать себе самого колчедана. Я лужу налил под танк. Стрельните по танку. Я не пересаживал. Блять, а что делать нахуй? У нас с палом забагалось. Мне кажется, все падает. Да, падите. Мы... Одного разрушителя забагалось. Везите паладина в звездочку, пожалуйста. Че, ложимся, да? Ну да. Да, падайте. А падайте и сразу с инста выходите, все кроме лок. Не заходите, просто вы ждем. С духами. Ой, блядки, нахуй сиру, бля. А кто еще на одном мотоцикле ездит? Просто озвучивайте, вот, допустим, ник и куда вас вести, а то я ж по голосам-то, ну, мы типа не знаем, нет, куда вас вести. Метки стояли, не? Нет, ну, я понимаю, метки есть, но я-то... Мне надо посмотреть, кто сел ко мне, чтобы куда-то его отвезти. Ну, Тинлау возишь постоянно в кружок, Артстайл в звезду. А кто возит второй? Зомер. Шаман и кто еще возит? Крифт или чё? Антоха, Антоха. Так, вы все вышли. Подожди, сейчас я...
Декан с места выйди. Да. Это, Антон эмоции. Декан, выйди с инста или из мира? Антон. Это чё, блядь, не получается не пересаживаться или чё, блядь, чё за бред? Я так стаки проебал. Не знаю, у меня всё нормально. Но мне там пока он в меня не поехал, и я был один там, я вообще ничего не понимал. Заходите. Мне там оставалось буквально 10 кавчуданов. Забагалась у него панель, типа мы двоем сидели и просто у нас не было панели, чтобы собирать. И он еще выйти не мог. На панели не было, это ты потому что типа третьим, когда садишься, там, хоть ты просто только пассажир и все, пиздец. Бафа, дайте пороги и попал. Короче, трусы в печеньку. Квадрат звезду возить и все. Вам не поймать. Трусы печенька, квадрат звезда. Сань. Сань, он покушай там рыбки. Да не знаю. Ну, быстрее уже. Колчедан сбивайте и гуляйте. А не пуляйте, подожди. По разным сторонам станьте, вот мы с Максом там, вот там. Чё там, Саня, можно пулять? Всё, готово, можно пулять. Танки пулять, там был. Уезжаете в ускорялку, да? Стак обдымит. Да-да-да. Еще собери. Сейчас. Слышь, я пятерку почти пять стаков сделал, надо еще одну. Все запуливаю. Садись, садись, садись. Вылетать будем скоро. Через 3, 2, 1. Вылетели. Возле зеленого луча. Я рядом, рядом, рядом с вами. Мне кажется, как колчаном. Короче. У меня в кружок, вот слева, слева кружок. Трю, да, прямо вези. Сразу собирай там. Да ты заебал. Ну, блять, я не могу сесть, пиздец. Что за хуйня, в смысле, блядь? А ну-ка. А сейчас можешь сесть? Я уже умер. Сядь на одном мотике в этот. Кружок. Можешь сесть? У меня просто пропало. Сейчас, подожди, пока... Запульте ретрика два раза просто. Ретрика запуль, один раз он убьет, и потом второй раз. Давай. Нет, давай, давай. Кас, 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 че, кас, кас. Я лечу, лечу, сейчас убью. Там зажаришь или че? Поставил бы плохо, пиздец. Жми там что-нибудь бабу.
Раз не сбить, а за нами это мои. Ну, одна перегрузка какие-то. Так и, блядь, Саня проебал. Так. Я нет. Ты проебал. А, да, сука. У меня еще пол хп есть. Ой-ой-ой-ой-ой, зажимает. Я колчедан еще обновлю. Еще раз пал сейчас сломает и убьет. Макс, только да. Сейчас не проеби. Я попаду, блять, не могу сделать. Вы можете с мотика пересесть, собрать ему колчедан, чтобы так и не. Блять, да каким образом, сука? Ой, не проебал. Нормально, нормально, нормально. Он, короче, не меня... Сейчас. Я по нему стреляю, короче, блять, сейчас разъебу. Он пока стоит на месте, просто побейте. А у меня колчедана нет. Так нет. Ебать, лям, ну давайте так добьем. Чё? Я кидаю. Сука. Тебя убило? Колчедан закончился. Чё, блядь? Ёбаный в рот. Там нет, да, получается? 100 тысяч. Да я ебаная тачка, я не понимаю, что багается эта хуйня. Я, короче, я типа пересаживался, там был один момент. Ты, возможно, просто в тот момент, когда я прыгаю, и типа багается. Не-не-не-не-не, ты еще на этой был, на тачке я пересаживался. Короче, тогда я, ну, я не буду пересаживаться, я просто буду ждать тебя. Все, давайте сейчас быстро убиваем, дальше идем. Выйдите с инста. Бля, кто-то, короче, сам разбил, ну, типа, ледяную метку, короче, я прям рог в нее въебал. Я прям рог делал, она падает прям не на лицо. Не, на самом деле, если бы у меня хотя бы еще один заряд колчедана был бы, босс был бы. Так, все вышли? Вроде все вышли. Все, заходите. Вот там бафы на ходу давайте. Просто да, слышишь, Санек, стараемся прям под конец, обновлять, чтобы по максимуму растянуть время, чтобы не. Да, я пересел, понял, далеко типа находился, пересел, и она не успела долететь, короче. И он скинул. Здесь. Ну да, там есть. Обидно. Там еще типа, если ему прям вот чисто в морду стрелять, тоже можно какие-то, ну, короче, она как будто не попадает, но. Нужно к этому там по уши стрелять. Заедь на ремонт. Сейчас заеду. Сейчас. Позиция. Уроги каска есть там? Все по готовности пуляйте на танк. Все, можете пулять. Я куда мы скорее? Два идут. Эти уже могут. Запуливай меня, меня запулиет. Попал? Давай. Ты
сука, ну он, блядь, не стреляет. Сейчас вылетать будем скоро. Я пока без танков нет. Полчедам закончил. Сейчас вылетать будем. Слева влетаем. Я по тачке, если что, рядом, я сейчас заведу. У меня кружок. Во, давай, ты колчедан сразу, да? Подъедь туда справа. Давай, давай, колчедан. А где колчедан? А, еще давай. Надо еще сзади, да? Запуливай. Давай, бери, пересаживайся, помните. Скоро вылетать будет. У меня один стак. Вылетаем. Под окном. Давай. Меня не надо подбирать. И сразу за пуль, сразу за пуль. Еще вот сразу две, блядь. Кидай. Сука, да? Там артстайла нету. Кинуть. Один. Я не знаю, я ему в морду стреляю, блять, она не попадает. Где ретрика? Номер? Нечаянно, может его попробуй бэрнуть? Найди его труп. Попробуй. Сядьте кто-то в звезду, один мотоциклист. Так, Макс, ты где? Да я вот. Ну, за мной босс едет. Каст, каст. Я не могу ехать. Вот едь влево, блядь, назад. Нажми на маскарялку, кто там. Да и он мне толкает, я бы не подъехал. Бери, бери вот этот. Второй мотоциклист, сядь в кружок, собираем около чудан. Попробуйте тогда. Мне 10, нужно срочно сесть и каст бить. Срочно получить данные. Срочно. Я сейчас умру, походу, да? Но я умру, что ли? Да, я умру, хорошо. А чё с палом? Почему второй раз не полетел? Да он в луже сдох, он прям в лужу прыгнул, прям там, и в бабле, короче, и сдох. Но видишь, озвучить же сложно в войсе. А у него нету войс. А, ну блин. А чат, походу, видишь, мы не читаем, поэтому. Да он, ну, то... У меня вообще стаки прыгаются. Я ему стреляю в ебало и стак, ну, типа, стак не стакается, блядь. Я хуй знаю, разумно едет, блядь. Стреляй на уровне колес, типа, бошку. А я ему так, ну, типа, стрелял. Ну, типа, за мной едет и все, типа, прям по-другому не нужно вообще никак. Может, попробуем реально без десанта убить просто? Мне, ну, вчера. Просто за колчедаун задушить. А чё, выходите, чё, выходите, чё? Вчера так убили, пацан. Чё вы зашли, выходи, Санёк, алё.